Привет, друзья! В этом видео покажу, как пополнить электронный кошелек U-Money, WebMoney, Kiwi. Любой электронный кошелек вы можете пополнить с помощью приложения Тинькофф прямо с вашего мобильного телефона. Я буду это делать на Android и покажу вам, как это сделать очень быстро. Сразу же давайте начнем. Заходим в приложение Тинькофф, нажимаем на свой счет Тинькофф Black. Конечно, вот внизу есть карта Тинькофф Black, но нам нужно нажать именно на счет Тинькофф Black. Нажимаем кнопочку «Оплатить». Далее листаем ниже, находим платежи, вот здесь вправо можем листать, да, листаем, где платежи, вправо, и находим здесь электронные кошельки. Нажимаем электронные кошельки, и здесь есть вот Kiwi, U-Money, WebMoney, SpryPay, Moneta.ru, OnPay, не знаю, что такое SpryPay, но вот можете пополнить. Например, выберем WebMoney, здесь мы вводим свой номер кошелька, номер телефона. Здесь комиссия взимается 2%. Ну вот, они говорят, что именно провайдер берет комиссию. Если U-Money, например, будем пополнять, то же самое, 2%. Kiwi кошелек, комиссия не взимается, то есть нужно уточнять в зависимости от платежа. Здесь тоже не взимается. Moneta.ru, тоже комиссия 2%. OnPay, комиссия не взимается. То есть на Kiwi, например, можем перевести без комиссии. На другие карты нам придется заплатить комиссию. Ну, к сожалению, вот так устроена система. Вот здесь мы можем вверху выбрать, с какого счета будет производиться оплата. Либо мы с Тинькофф Black пополним, либо с долларового счета, евро вот у меня есть. Кредитный счет, можем с кредитки своей пополнить вот Kiwi кошелек. Также Тинькофф Mobile. И у меня привязана карта Сбербанка, то есть я могу с карты Сбербанка перевести на Kiwi кошелек тоже без комиссии. Вот такая функция есть. Ну вот, можно это сделать с Тинькофф Black. Вот так, просто вбиваем, понимаем, да, здесь номер телефона, который нам нужен, сумму, вбиваем, например, 500 рублей, комиссия не взимается, нажимаем кнопочку «Оплатить», все, вот прям в один клик оплата производится. Тинькофф в этом плане все очень классно продумал. Спасибо за просмотр. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Пока.